Что нужно, чтобы увеличить выкуп? То есть это на себе проверено. Да, у меня даже есть видео на YouTube, как увеличивать выкуп. Но это на себе проверено. То есть мы как тестировали. Мы отправляем товар с одного склада, там в Одессе, да, он уходит день в день. Отправляем со своего, и он на 2-3 дня позже уходит. И с Одессы, да, там с другого склада выкупают лучше. Почему? Потому что люди привыкли, чтобы товар приходил сразу же. Поэтому отправка должна быть день в день. Это, ну, самое главное. То есть, если вы сегодня заказ получили, да, то вы сегодня должны и отправить, чтобы человек уже мог завтра даже забрать, да, это по новой почте, например, даже. Это очень важно. Второй момент – это то, что есть вообще такое понятие, как люди, которые не доходят до почты. Да, это один, да, такая воронка. Второй момент – это те люди, которые не выкупают уже, когда дошли. То есть, почему? Чтобы люди дошли, нужно им, во-первых, это смс-ку отправлять в CRM-систему, это первое, это важно. Второй момент – это им звонить, да, потому что не все понимают, что если смс от новой почты не пришла, то люди не понимают, что товар пришел, да, пока они там сами не разбираются. Это первый момент. То есть у вас будет товар лежать, пока вам не возвратится. Поэтому нужно им смс-ку самим отправлять и звонить, что товар пришел, иди на почту. Это два момента, да. Когда человек приходит на почту и он смотрит товар. Сейчас еще пару лайфхаков расскажу. Момент такой. Если... Когда мы продавали видеорегистраторы, и момент, они приезжают и не включаются. То есть мы перед каждой отправкой заряжаем их, чтобы они, когда едут на новой почте, хотя бы доехали, включили, что он рабочий. То есть нужно проверять каждый товар перед отправкой. То есть бывает такое, что курьеры, да, там упаковщики не проверяют, из-за этого тоже выкуп падает. Поэтому момент такой, что нужно всегда проверять. Третий, еще такой нюанс, можно делать пленку. То есть специальные станки, которые, знаете, как айфоны приезжают в пленках. Потому что когда вы там разворачиваете пленку, вы должны выкупить. То есть на новой почте. То есть, вы делаете в пленку, и человек, так можно повысить выкуп. То есть потому что человек выкупит, потом уже может, то есть он уже потом не вернет. Потому что ему нужно сначала выкупить, потом смотреть, понимаете? А не смотреть, потом выкупить. То есть это еще один момент. Ну и вообще, как бы, я за то, чтобы вы делали отдел забора, потому что это очень важно, чтобы вы звонили людям, даже когда там они приходят, не приходят, каждый день нужно звонить, чтобы они приходили. Ну еще мы такие темы делали, мы давали им и подарки, и говорили, что к вам, мы вам бонус отправили, там вы участвуете в розыгрыше, и отправляли им какие-то там, знаете, подарки, реально подарки, там нож-кредитку, там еще какую-то там... светильничек, да, там USB-шный, то есть такое, которое стоит, ну, реально там центах, ну, то есть 10 гривен там оно стоило, и нам это было выгодно, ну, не сильно затратно, но и люди забирали, поэтому важно, чтобы вы этих всех правил, то есть, да, так, все эти правила делали.